В дежурную часть Голицынского отдела полиции МВД России по Одинцовскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о краже ноутбука из частного дома в деревне Брехово. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 29-летняя местная жительница. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Девушке грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент ведется следствие.